Привет, девочки! После видео Нины я побежала в ДМ посмотреть, не уценены ли товар Essence. Не было уценено. И я побежала в Росман, потому что все фотки ей прислала девочка-подписчица или другой блогер из Росман. Побежала в Росман, а в Росман еще скидка 25% была на тени, помады. Ой, господи, каялы... Лайнеры. Да, по-моему, так. Девочки, Essence выводит из ассортимента все вот эти палеточки. Прикиньте, они были уценены на 3,50. На 3,50 я купила в подарок 2. И мне они обошлись, знаете, во сколько? Так. Я просто их сразу уберу. Это я так для наглядности взяла. Они мне стоили со скидкой плюс, то есть на распродажу наложилась еще скидка 25%. Вообще ни один магазин такого не делает, но Росман делает. Так, вот, 2,65 обошлись мне эти палеточки. Так, и, девочки, это интересно будет, наверное, скорее всего, в первую очередь тем, кто в Германии сейчас живет. Ну, а в Россию и во все остальные страны, наверное, попозже придут эти скидки. Так, разбирали, конечно, разобрали вот эту палетку. В Росмане не представлены Оларио, представлены три палетки, и вот эту вот Салют Париж разбирали, в первую очередь, там уже не было ни одной. Но здесь нейтральные тона, девочки, и, ну, в принципе, такие довольно нейтральные вот такие оттенки теней есть у Essence и в однушках, и во всех остальных палетках. Так, вот эти, может быть, более интересные, но не прямо уникальные цвета. Это, если вам нравится дизайн, 3,50, я считаю, отличная цена. Кто бы мог подумать, практически лимитка, девочки. Так, дальше, девочки. Hello New York. Классная палеточка. Здесь есть уникальные оттенки. Вот эти два дуохрома, три дуохрома здесь. Остальные все не дуохромные. Поэтому покажу вам интересные оттенки. Так. Она более сыпучая, чем другие, но оттенки здесь шикарные. Так, девочки, потом Good Day Sydney. Это моя любимая всех палеточек, потому что здесь есть яркие оттенки. А мне такие нравятся, вы знаете. Здесь нейтральная линейка. Так. Смотрите, какая красота. И Оларио, это будет потом в ДМ уценено. Ну, здесь вот эти интересные, в принципе. Кто бы мог подумать? Я вот сама в шоке просто в таком. Но на самом деле я шла не за этими палетками. Я прихватила две, потому что очень дешево. Вот так вот. Я не смогла пройти мимо. А шла я специально за... Сейчас вам покажу, зачем. Я подумала о том, что в запасах у меня тональных кремов немного, и что я люблю такой легкий эффект, чуть-чуть подсвечивающий. Но обычно я подмешиваю хайлайтеры немножечко, жидкий от Revolution миксер. А тут я увидела, и когда услышала цену, 2,50, девочки. Вообще-то они их должны были еще зимой. Я видела, что они их выводят с ассортимента. Они действительно из некоторых магазинов, из многих пропали, но кое-где остались в стенде. И когда я узнала, что они стоят 2,50 вместо там, по-моему, то ли 4 с чем-то они стоили, ну, к 5. 50% скидка. Я подумала, так, можно брать в запас запросто. Главное, что прикол, смотрите, здесь написано, что до 12 часов держится, а здесь ничего не обещают. Вот так интересно. Я купила более такой зимний вариант в 20-м оттенке, Fresh Nude. И так, а этот какой? Это 30-й Fresh Honey. Вот этот вот в сентябре будет нормально смотреться, но я буду, он пойдет в запас. Я его не буду сейчас сразу открывать.
Знаете, какой финиш? Очень легкое покрытие. Оно просто чуть выравнивает тон кожи. Если у вас там есть покраснение, какие-то прыщики, он ничего не прикроет. Это как будто, ой, такая легкая вуаль на лице. Вот что я бы сказала. Просто освежает. Вот реально освежает. Больше не делает. Но и здесь витамины комплекс и так кренбери. Клюквенная водичка. Ну, хотелось попробовать за 2,50. Вот реально не жалко. Так, что еще? Девочки, все Melted Chrome снимаются с производства. Смотрите, какая цена. 95. И сегодня у меня получилось вместе с 20% скидкой взять. И обошлось мне 71 цент. И это, конечно, на подарки. Я считаю, что это шикарнейший подарок. И, девочки, как я уже говорила не раз, это качество люкса. Это очень шикарные тени. И если вам хочется попробовать по такой цене, вот реально можно все оттенки попробовать. Так, я возьму сейчас мои. Я покупала не в запас, я просто очень надеюсь, что Essence что-то еще, ой, извиняюсь, что-то еще классное он выпустит. Так, поэтому решила в запас, как ненормальное, не покупать. Хотя, например, если вы пользуетесь, я просто не каждый день ими пользуюсь, а вот когда есть настроение. Так. Или у меня какая-то задумка. Конечно, когда я купила, я просто использовала их реально каждый день. Сейчас много других палеток появилось, и я, конечно, пока тестирую, то не добавляю их. Но я думаю, что осенью и зимой я опять к ним вернусь. Смотрите, какая красота. За 3 евро, девочки, я их купила, не пожалела ни одного цента, который на них потратила. А за евро надо брать. Иначе не могу сказать. Вот реально надо брать. Даже если не себе, вы подарите кому-то. Вот. Так, это сказала, показала. Так, выходит, самое главное, зачем на самом деле я шла? Я зашла за вот этой палеткой. У Кати есть сравнение этой палеткой с какой-то, господи, как же называется? Она даже сравнивала с... Вот сейчас не вспомню, с каким хайлайтером. Мне, потому что это не очень было важно, я просто увидела, как красиво смотрится на лице хайлайтер из этой палетки, и я просто влюбилась в него. А то, что оно там имеет, что это аналог какого-то там дорогого... Девочки, вот не вспомню, как он. Но я, если найду и не забуду у Кати найти видео, где она сравнивает, то я оставлю ссылку. Очень классные хайлайтеры. И сколько у меня ушло? 2,25, девочки, ушло на этот хайлайтер. Вместо 5 евро он почти стоит. Вот так вот обычно жаба меня душила, когда я подходила и все хотела. Потом думала, ой, даже с 30% скидкой как-то вот с 50% скидкой уже по-другому. Смотрите, какая красота. Так, что еще? Также я никогда, у меня не было желания прикупить вот эти радужные хайлайтеры, но когда я увидела, что они стоят евро, опять же таки прикупила. Почему здесь вы видите две штуки? Потому что один я прикупила себе. Так, сейчас скажу, какой. Так, этот подарок. А вот это себе, точно. Так, вот это отложу. Девочки, я у кого-то из девочек видела его, и кто-то говорил, что очень такое интересное сияние, что он не холодный, не теплый, какой-то нейтральный. Я, ну, как бы подумала, интересно. И смотрите, очень-очень деликатное сияние. Я подумала, что пусть будет в коллекции. Мне нравится, что он не сумасшедший, как тот радужный хайлайтер, который... Он был такой более холодный. Поэтому да, я его взяла. За евро могу попробовать то, что мне, скажем, не запало в душу. И взяла, опять же таки, там только, по-моему, 3 оттенка, девочки. Редуцировали, не самые прям популярные. Вот этот более темный, потом такой оранжево-рыжеватый. И еще какой-то,
У меня, по-моему, он есть, может быть, даже. Нет, это не этот. У меня светлый, а там реально темный. А, ну, потемнее, знаете, из серии... Сейчас вам скажу. Вот такой оттенок был. Вот такой вот, как пепельная роза темная довольно. Только это был шайн-шайн-шайн, понимаете? Как сказать? Это был блеск для губ. А, в таком оттенке. Вот, я выбрала вот такой. Один себе, а другой тоже на подарок. То есть у меня тут на подарок очень много, но и себе я кое-что. Смотрите, сколько я себе оставила. 3, и вот эти вот тоже в запасы. То есть вот это мне, а вон то все, что... А, это мои палетки. Пойдет на подарки потом. Вот так, девочки, я урвала на распродаже Essence. Я не думаю, что я еще буду что-то докупать, потому что все остальное мне показалось не особо интересным. Но опять же, если я не забуду, я оставлю ссылку на видео Нины. А так, если забуду, девочки, на моей стене, я... стене, которая сообщество называется, там оставляю ссылки на всякое разное, там можете посмотреть. Все, девочки, постараюсь загрузить как можно быстрее. Всем хорошего дня и до следующего видео. Пока-пока.